наверное, сейчас, пока у нас достаточно стабильная сфера, да, с точки зрения автоматизации, наоборот, все понимают, что для того, чтобы быть гибкими, для того, чтобы отслеживать показатели, наоборот, нужно автоматизироваться. Поэтому, скорее, у нас нет сейчас такого прям недостатка. При этом, наверное, мы действительно чуть чаще, чуть больше анализируем, смотрим, проверяем, там, надо ли чего-то поменять быстро, контролируем наших клиентов, да, то есть щупаем, скажем так, рынок. Вот именно щупать рынок и понимать, что происходит на рынке. Для успешного старта и продвижения я, наверное, отметил бы обязательно наличие какой-то инновационности. Чем раньше вы появитесь на рынке с инновационным решением, сказать, флагманы первые, да, то, конечно же, у вас будет все шансы добиться, не знаю, каких-то вот впечатляющих результатов. Ну вот как получилось у нас. Самое главное – это ценности в компании, потому что это не просто какие-то слова, это реально философия, это реально смысл, и важно, когда вся твоя команда вместе с руководителями, вместе с, не знаю, всеми членами команды это транслируют, это показывают, передают друг другу. И, естественно, это делать на каждом этапе. Со мной так же было абсолютно, когда я пришла в самокат.